Ретро-дельки. Я такого стиля не знаю, что это есть такое. Есть еще термин неоретро, тоже мы сами его придумали. Угу. Это такой, вот такой новый стиль, который мы разрабатываем. Использованием инструментов. В основном у нас вот 60-е годы мы взяли как такой пример, хотя у нас есть и где-то и 30-е годы. Вот это. Главное само настроение такого очень яркого, хорошего оптимизма, какого-то предчувствия счастья. Понимание. Это чудесное, на самом деле, было время, которое даже жалко, что закончилось, но оно как-то, как все движется и переходит одно в другое, не стоит на месте, все это продолжается. Но то, что было, какие-то душевные тексты, какая-то прекрасная мелодика, какие-то очень изысканные звучания инструментов. Машенька? Машенька, да. Я думаю, что она сейчас спит. Не слушает. Я надеюсь, что она сейчас спит. Мы очень надеемся. Не слушает? Нет, она слушает, она поет, она играет, она знает все песни. Она даже мне предлагала, говорит: мамочка, давай ты будешь петь за кулисами, а я буду стоять на сцене с микрофоном. Ей сейчас 8, и она хочет все. Она хочет заниматься синхронным плаванием, кататься на лошадях, играть на всех музыкальных инструментах, бить степ. Есть. Мощный. Мамин голос. Я даже сказала папин. Закрываются ларьки, зажигается реклама в длинных пробках у реки. Догорают чьи-то планы, и мобильники поют. Так тоскливо и не кстати, и чего-то очень ждут. Постовые на закате. Ну, у нас с радиостанциями обычно очень сложные вообще у всех исполнительные отношения, потому что существует момент формата или не формата, например, на радио Нет, ретро. Нет, вы-то совсем говорят, не формат, мы же не ретро. Как. Да. Вы же еще не ретро. Вы же еще не ретро. Еще не ретро. Мы уже не ретро. То есть, естественно, там нас быть не может. Я достану любовь из кармана и отдам безрассудно тебе. Ты напишешь главу для романа и забудешь опять обо мне. А потом будет долго трубка молчать. Ничего объяснять мне не нужно, я смогу не такое понять. Одинокая луна мне в окошко светит, неужели нету ничего важней на свете? Одинокая луна мне в окошко светит, неужели нету ничего родней на свете? Специально для всех
нежно любящих нашу группу и те, которых еще нас не знают, но все равно должны узнать и полюбить, особенно после этой песни. Она звучит на нашем альбоме и является последним словом в названии нашего альбома. То есть у нас транзит такой. У нас была Москва, потом мы сыграли Луну. И сейчас мы отправляемся чуть дальше на Юпитер. Крутятся огромные планеты, далеко раскиданы в пространстве. Чтобы уловить немного света, крутятся планеты, словно в танце, видят только издали друг друга и мерцают, подавая знаки. Ночь одна им верная подруга, день их господин один во мраке. Земля, земля, я Юпитер, вы не спите, еще не спите. Смотрите, смотрите, исчезает Млечный Путь. Thank you.